И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. И в сегодняшнем видео хочу вам рассказать о безопасном режиме на ваших Android устройствах. Иногда ваш смартфон или планшет начинает барахлить, тормозить и вообще вести себя неподобающим образом. Причиной часто бывает одно из недавно установленных приложений сторонних разработчиков. Но найти такое приложение и убедиться в этом бывает непросто. Среди рекомендаций по решению проблемы иногда можно встретить предложение сделать полный сброс смартфона к состоянию из коробки. Можно, но при этом полностью удаляются одним махом все дополнительно установленные приложения. И потом приходится долго и нудно всех их устанавливать заново. Чтобы избежать этого и только временно перевести смартфон в положение из коробки, и существует так называемый безопасный режим. По аналогии с безопасным режимом Windows. Но далеко не все знают о его существовании и тем более как войти в него, и потом как выйти из него, вернув все к исходящей точке. Попробую прояснить этот вопрос. Итак, как же войти в безопасный режим? Для этого нам нужно зажать кнопку выключения на вашем Android устройстве. У нас появляется вот такое вот меню. Далее нам нужно зажать вот первый пункт отключения питания, то есть сделать долгий тап на него. Удерживаем. И появляется вот такое диалоговое окно. Переход в безопасный режим. Итак, здесь у нас написано перейти в безопасный режим. Все приложения сторонних поставщиков отключатся. Они будут включены по возвращению в обычный режим. Итак, для того, чтобы перейти нам в безопасный режим, нужно нажать кнопочку ОК. Давайте перейдем в безопасный режим, и я продолжу о нем дальше уже рассказывать, когда мы в нем окажемся. Итак, друзья, вот мы попали в безопасный режим. Внизу у нас об этом появилась соответствующая надпись. Как вы видите, вот написано «Безопасный режим». В безопасном режиме мобильное устройство загружается в базовой комплектации софта. То есть, видите, у меня вот только базовые программки. Остальных программ, которые я устанавливал в данный момент на телефоне, как бы нет. Запускаются только предустановленные разработчиком смартфона программы, остальных, как я вам уже показывал, как бы не существует. При этом попытка установки каких-либо приложений из маркета заканчивается ничем. Установка вроде и проходит, но запустить эти приложения нельзя, даже значков их нет. В безопасном режиме можно таким образом отсеять все сторонние приложения и проверить функционирование аппарата в чистом виде. И если ваша проблема исчезла, значит дело не в аппарате, а в сторонних приложениях. Вот такой вот безопасный режим, ребят. И для того, чтобы выйти из данного безопасного режима, достаточно просто опять удержать кнопку выключения аппарата и выбрать здесь перезагрузку. В моем случае на английском это reboot. И аппарат у нас перезагрузится и уже будет работать в нормальном режиме. И все приложения у нас появятся на месте. То есть все приложения, которые мы устанавливали, будут возвращены на место. То есть если сейчас, как еще раз давайте посмотрим, вот здесь ничего нет, то после перезагрузки все вернется на круги своя. Давайте перезагрузим заново аппарат, и я продемонстрирую, то есть выйду из безопасного режима и покажу, что все приложения вернулись на свои места. Как я уже говорил, для этого просто зажимаем кнопку выключения и выбираем здесь пункт перезагрузка. Так, перезагружаю, ребят, и продолжаем снимать. Итак, друзья, я перезагрузил свое устройство, и все вернулось на свои места. То есть, давайте зайдем в меню, вот видите, все программки на своих местах. То есть, все работает. Безопасный режим, как вы видели, мы зашли без всяких проблем, и после перезагрузки вернулись в нормальный режим работы. Вот такой вот, ребят, безопасный режим для ваших Android-устройств существует. Все, вам большое спасибо за то, что посмотрели данное видео. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и всем до новых встреч!